Так, ну чё? Какие тут у нас баги? Аптечка. Здесь зажигательные. Оу. Это мне пригодится. Здесь есть оружие. Так. А, ты здесь, я уж. Беру зажигательные. Какие у нас здесь баги? Подбираю осколочные боеприпасы. А, вообще, короче, не со мной. Стой, что нам с собой взять? О, да, гранатомёт. С собой? Ничего. Да ладно. Хотя нет. Здесь есть оружие. Это. Что-то. Берите с собой канистру. Два пистолета? Вот канистру берите и два пистолета. Я так и понял. И вот на стол вот это. То есть фишка та же, да? Ну да. А что, я канистру не могу найти? А, вот нашел. Не-не-не, ты прыгай на одном месте. А, ты... Понятно. Я постараюсь понять, что... Понятно, я уже понял, что за тема. Тут, кстати, есть телепорт, вот в чем прикол. Тут. Поэтому, если кто-то не смог, то по-любому залезем. А куда телепорт? Именно. Телепорт, ну, он всегда работает к ближайшему персонажу. А, ну то есть как в том случае. Да. Блин. Ока. Вот. Ой. Блин. Дефибриллятор. На втором этаже. Блин, там. Один раз у меня был случай. Смачно. Я закинул за предел карты, и там его убило. Мы даже попить не смогли. Ай, блин. Я там так смачно ударился, конечно. Так, где аптечка? Ты бери свою аптечку, я сейчас тебя твоей вылечу. Оружие, отлично! Сейчас, полечимся. Бродяга зашел. Прошу, бери. Нет, зачем ты вылечился? Я тебя своей вылечу. Давай, лечи, меня все равно. 90 хп, мне 100 не помешает. Лучше иди возьми аптечку. Так будет. Это. Бродяга, бери канистру. Ай, стой, погоди. Ну, аптечку мне тут еще один пистолет нужен, стой. Бродяга, иди сюда. Вот. Залезай на стол. Так. Стой. Да, вот на стол залезай. Мне аптечка нужна. Где аптечка? Стой. А, на втором этаже. Чуть поближе ко мне встань. Не-не-не, чуть поближе ко мне встань. Я ж не дотягиваюсь. Оружие, вот. Отлично. Прыгай. Нет. Здесь зажигательные. Сейчас прыгай, зажигательные вот, возьму. Прыгай на краю. Ой, стой. Вот. Нет, ну ладно. Ну прыгай. Я на втором этаже. Побираю тут тебе скучные. Зажигательные разрывные оставил. Не, зажигательные не надо. Бери аптечку. Не, да. Я вам зажигательные поставлю. Я их уже поставил. О, плюс один. Ой. У тебя дефибриллятор есть? Он в крышу башкой ударил. Ну вот у меня то же самое было. Только я два раза ударился причем. Че, лечить его не будешь, да? Лежит. Давай. Ай! Стой. Тут битва для крикета. Ну, стой. Все. Во! Надеюсь, что это было. Нормально. Я в какую-то дыру залетел. Лол. Ай, черт. Фак. Так перелет туда, ну. Помоги быстрее! Фак. Да, прямиком туда. Давай ко мне сюда, чё? Спаси меня. Не спускайте к нему. Фрайд, там самый дальний угол от него. А, телепортация, что ли? Ради бога! Не-не-не, не спускайте туда, а войди отдайте. Блин. Сейчас его спасу. Помогите! Так, отлично. Давай, соберись. Мы тебя не бросим. Ну, 20. Спасибо, за мной не в дерьмо.
Ну что-то не получилось у нас, конечно. Это дерьмо. Да ты сейчас на части развалишься. А теперь как? Стой смирно. Мне здесь же теперь сидеть? Нет. Ну вот, тебе совсем другое дело. Вот это тут была дырка. Нет, не это. Вот. Лол. А вы что, канистры уже поставили, блин? Стой. Смотри, короче, фишка. Я тебе сейчас покажу, как телепортироваться. И ты телепортируешься. Давай, лучше так. А бродягу-то иди вылечи потом. Да, бродягу вылечим сейчас. Иди, короче, в это. Вот, ну, вот возродись. Стать. Ну. Короче, там. И, короче, там это, поёрзай, пока не застрянешь. Ёрзать? Ты тоже, что ли, спустился? А, нет, ты на крышу. Вот встань вот сюда. Стой, я что-то не понял, что это надо делать? Короче, надо подвигаться вот под этой лестницей, пока не застрянешь. Застрял. Застрял? Да. Фрайт, иди сюда. Фрайт. Беги быстрее. Блин, я к тебе тпшнулся. Сейчас, короче, я отойду. Вот встань на угол вот этот. Все, и стой. Пусть подальше уже. Все, короче, телепортируйся. Да не-не-не, он должен стоять просто ближе к тебе, чем я. А я пойду дефит искать, чтобы бродягу резнуть. Да он там где-то был, на втором этаже вроде. Во, нашел. Я что-то застрять не могу. А, все, застрял. Готов! Полунда! Я не тпшусь. О! Ой-ой-ой. Не-не-не, поднимайся его быстрее. Это, бродяга, иди сюда. Все, найс. Сюда зомби могут залезть, да? Бери коктейль Молотова и вот эту хрень. Бери таблетки и Молотов. Ну, бродяга, бери таблетки и Молотов. Вот на столе у тебя лежат таблетки и Молотов. Он не понимает, наверное. Короче, ничего не знаю. Вот, и иди сюда под лестницу. А, то же самое, понятно. Стой, а с канистрами? Стой, с канистры, пусть он канистру возьмет. У нас канистры мало. Не-не-не, не надо канистру. Короче, вот тут вот надо подвигаться, 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 как пока ты не застрянешь, понял? Под лестницей. Короче, он неадекватный. Ладно. Ну пусть выживает. Не, пусть он тогда активирует, а ты к нам залетай. Стой, ты к нам залетай, пусть он активирует. Ладно. Ты только быстрее, а то что-то смотрю. Ты, бродяга, включай его. Ты иди давай к нам. Иди, включай. Это, возьми канистру, канистру возьми. Да ладно, да ладно, сейчас возьму. Он, по-моему, не понимает, что его хотят. И дефибриллятор лучше, наверное, тоже возьми. А дефибов больше нет. А на сколько его раз хватает дефибриллятора? На один раз, он одноразовый. Ого. Печально, а я думал многоразовый. Я в шоке. Бродяга там хрень продает. Вот тормоз. Придурок, ко мне бежит. Давай, давай, это вот тыкну. Вот видишь, я сижу, да? А? Вот на мое место ты должен встать и застрять, чтобы телепортироваться, понял? Давай, пробуй. Пусть он от тебя уйдет, все, пусть ты к нам тпшишься, давай. А, слушай, бродяга, хочешь мишку? Иди сюда. Короче, смотри. Надо стоять вот здесь вот в кустах. Видишь угол? Вот здесь вот. Простоишь на улице, зомби тебя не заметит. Че, серьезно, что ли? Да. Он за тобой бежит. Да не-не-не, там надо стоять. Бля, это пиздец. Вот, стой там. А чё-то парень при мне, там баг какой-то тоже был, делал, короче, как-то пистолеты из него выпадали очень много. А, это значит, на админ сервера. А? Все, можно включать. Ну, пусть он включает. Бродяга, включай! Он слоупок, походу. Слоу. П.
Бля, это пиздец. Бродяга, иди включай. К нам зомби много шли будут лезть? О, боже. К нам зомби, я говорю, много будут лезть? На среднем. А вот смотри, смотри, тут еще молотов лежит. Смотри, на крыше молотов лежит вон. Видишь? Да, я вижу. Это, короче, надо заприметить. А еще что-нибудь тут есть такое? Нет. Бродяга, иди включай. А к нам танки могут залезть, да, эти тоже? А, да. Ой, это... Не, бродяга, иди включай, иди вон... включай. Ой, блин. С ним все это тяжело. Надо... посмотреть, что ли. Короче, надо использовать план Б. Это как? Только если план Б не удастся, будет задница. Бродяга, иди со мной, придурочный. Вот, погнали. Надо в стиме, что ли, пробить его? Да, вот иди со мной. Смотри, короче, встаешь вот здесь вот. Когда тебе не нравится, ты жмешь кнопку. О, господи. Вот они! По-моему, план Б не удался. Надо, короче, подожди, пока он сдохнет. Кто? Встаньте кто-нибудь рядом со мной. Ко мне поближе. Мы с... где ты, где ты, где ты? Ой, а, господи, вот. Все, все, стоим, 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 стоим. Давай, давай, давай. Да тут бродяга стоим. К нам зомби подошли, я тебя обрадую, Фрайд. Да, у меня есть шанс. Нет, нету шанса. Зомби какие-то хардкорные, сразу не умирают. Короче, все, мне задница, я телепортируюсь кому-то. Ну, а по-моему, к бродяге. Да, так и есть. Да что ты? Танк, блин, я все. Трупов ИК. О, господи. Да вот. А, бродяга нам. Там по крыше. Сейчас я его убью. Это... убьют. Что? Что с ним вообще? Я что-то не понимаю вообще, что это. Сейчас что будет? Что с ним вообще такое? Помощь мне бы сейчас не помешала. Подожди, тебя моба бьют, я не могу тебя поднять. Сейчас, подожди. Ты хочешь его вообще прям убить, что ли? Держись, держись, держись. А стой, если он полумертвый, тебя тоже к нему телепортируют, да? Что говоришь? Если он полумертвый, тебя тоже к нему телепортируют, да? Да, да, да. Главное, чтобы он так. Ой, ко мне там приперся. Ой, Жакей, это опасная штука, опасная штука. Жакей, 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 да? Смотри, сейчас запрыгнет и все потом. Смотри, не упади. О, ну все. Одним меньше. Все, все, ты провалился план с крышей. Все, все. Не, хотя стой, он же живой. Стой, сейчас бродягу давай выгоним просто и все. Ну надо было так сразу сделать. Там был бы бот. Все, 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 это даже не пытайся. Ну. Аллилуйя. Как меня тоже. Я теперь понял, кто это был. Это, короче, китайцы, он за руку.
Чё говоришь? Чтобы мы выгоняли серверов. Это китайцам за русского, что слышно, чтобы мы серверов мы выгоняли русских. А-а-а, понятно. Поэтому неадекватный. А ты профиль в стиме, что ли, посмотрел или чё? Да. А-а-а, ну ты как? А какой у него ник-то, на самом деле? Какой у него ник на самом деле? Там Зян Син Ин, какой бред у него, короче, там был написан. Китайские пацаны. Короче, это... Стой, давай ты нам боеприпасы доставишь, короче, мы аптечки возьмем и... Да, я вам там поставлю там все. И ты это... Как бы еще сейчас вот, стой. Чё за... Ой, следующий, по-быстрому. Давай, 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 давай. Да. Стой, стой! Мне надо взять молотов, молотов, да, что-нибудь. Всё равно, что взять, детей. Всё, ну, я...